невидимка, тут невидимка, слышишь, я его бью. Тут невидимка. Невидимка? Да, я знал то, что он тут стоит, потому что вот тут типа след от него был. Но сегодня рекомендую вам канал Happy Archer. Этот чувак снимает очень качественные и интересные видеоролики по Майнкрафту, мини-игры и не только, поэтому ссылочка на него в описании. И всем привет, с вами я, Гера, и сегодня мы вместе с Настей будем играть в Bed Wars на сервере Hypixel. Всем привет! И да, по названию вы уже поняли то, что этот ролик будет про гитару. Я, во-первых, хочу там рассказать такую маленькую тему про музыкальную школу, ну а также я реально возьму сейчас гитару и буду что-то в этих катках играть. Поэтому погнали! Ну что ж, наша катка уже началась, и да, я уже сказал то, что в этом ролике я реально буду играть на гитаре. Также расскажу вам там одну такую мини-тему. Я, правда, хотел про это записать отдельный ролик, но решил то, что все-таки в этом ролике это вкратце расскажу. И давайте сейчас куплю блоки, и вот пруф того, что у меня есть гитара, вот, аккорд ЕМ, ща. Да, все, гитара у меня есть, поэтому это не кликбейт, реально буду играть. Я решил это сделать как челлендж, то есть после каждой сломанной кровати, то есть когда я кому-то буду ломать кровать, я буду что-то играть на гитаре. Но хочу сразу сказать то, что я на гитаре не играл уже полгода, потому что полгода назад я сдал экзамены за тот класс, и я просто в руки гитару не брал, потому что, ну, блин, а зачем? Мне она и так уже надоела, поэтому не играл уже полгода, я ничего не помню, поэтому, блин, не судите меня строго, я просто сыграл какие-то аккорды, сыграл просто, что вспомню, хоть что-то, хоть начало из каких-то песен. Но, если вы хотите, чтобы я для вас записал отдельный ролик, где я буду я буду играть на гитаре, и я запишу вам это как ролик из реальной жизни, то есть я поставлю камеру и буду перед камерой играть на гитаре, то есть вы будете видеть, как я играю. Но если вы хотите, чтобы я такое записал, да, я разберу целое произведение, то есть разберу какую-то нормальную песню, нормально сыграю. Думаю, петь не буду, но сыграю целую песню, то есть не так, как сейчас, просто какие-то там ноты, аккорды и начало песни, а целую песню разберу. Если вы хотите такое увидеть на моем канале, мне нужно просто увидеть то, что вы этого хотите, поэтому обязательно наберите просто, ну максимальное количество лайков, ну просто, ну, 1000-4000-5 лайков наберите. Обязательно... Понятно? Троица, обязательно да. Напишите в комментариях, хотите ли вы такое видеть. И надеюсь, то, что вы наберете такое количество лайков, и я для вас пойду разбирать какую-то песню, и, конечно же, на камеру это засниму и выложу. Зеленые. Что зеленые? Ой, они на нас уже строятся, практически достроились. Я понял, я иду к тебе. Ты там дефай, я сейчас иду помогать. Да, надо будет их сломать сейчас. Денег на стекло. Давай. Сейчас я попробую слить. А, все. Молодец. Слушай, дай золото, я их пойду сейчас быстренько сломаю. Ну, то есть, все, вот. После каждой сломанной кровати... Я буду что-то играть на гитаре. Я ж никого не сломал. Стоп, ну подожди. Нет, я никого тут не сломал. Все, после каждой сломанной кровати я просто буду что-то... Вспомню хотя бы какие-то начала из каких-то песен. Может, какую-то кузнечика вам сыграю. Я реально, я ничего не помню. Вот, но, пожалуйста, не судите меня как-то строго, потому что сами поймите меня, я полгода не играл на гитаре. Все, я сказал про... Так, поставь тут стекло, пожалуйста. Я сказал про то, что, ну, набираем максимальное количество лайков, пишем в комментариях, я засниму для вас ролик, там, где я реально разберу какую-то целую песню нормальную и красивую это сыграю, хотя бы постараюсь. Но сейчас хочу еще быстренько сказать то, что я ушел с музыкальной школы, да... Не нужно на меня за это кричать, просто я решил то, что это занимает очень много времени, а у меня свободного времени так очень мало, и я решил то, что лучше я буду, ну, нормально учиться, буду нормально время тратить на YouTube, потому что я все-таки должен стараться, а музыкальная школа у меня занимала на это очень много времени, и я это объяснил родителям, они сначала были против, но потом сказали мне, что, типа, да, ты прав, это реально занимает много времени, поэтому хорошо. Вот, и я ушел с музыкальной школы. Не хочу про это растягивать на весь ролик, поэтому давайте сейчас буду отбиваться и пойду ломать зеленых. Слушай, Настя, дай, пожалуйста, мне золото. На, держи его. Вот. Ага, слушай, они... А ты мне железо дай, пожалуйста. Они опять бегут. У меня три железа в сундуке лежит, но... Прикольно. Бессмысленно, чьи эти три железа. Так, подожди, вот тут зеленое, короче. Так, сейчас я... Ага, меня убили. Дефа, пожалуйста, она к нам прыгает. Прыгает? В смысле, прыгать, не прыгает, ладно, я тебя обманул, прости. Слушайте, я уже так хочу кого-то из этих кроватей сломать, ну, вот, к примеру, зеленых, потому что они меня раздражают. И нам уже хоть что-то сыграть, хоть какое-то начало из произведения. Настя, ну почему ты не дефаешь, Настя? Ну, я же только что задефала. Ну, алё, ну тут зеленые, ну, понимаешь, не было меня на базе, она меня сломала. Нас бы сломала. Поставь там стекло. Так вот, я поставила стекло. Все, молодец, короче, нужно их просто быстренько идти ломать уже. Блин, у меня 10 шерстей.
Сейчас я еще тут задышку. Нет, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Умри, чувак. Я должен сломать вас. Нет, блин, меня убили. Ё-моё, их нужно быстро сломать. Я должен вам хоть что-то сыграть. Если я вам в этой катке очень мало чего сыграю, типа, если я сломаю мало кровати и мало чего сыграю, поэтому, ну, если такое случится, то мы перейдем какие-то на дуэли, там, может, я вам там что-то еще сыграю, там, кузнечика или что-то, что-то такое. Вот, слушай, зеленый. Ну, она сломает нас. Я тут дефу с одной стороны, да, а он такой... Так, я золото скинул, пожалуйста, за сейв, я просто его не успел положить обратно в сундук, потому что я сейчас бегу уже ломать зеленых. Пожалуйста, я должен это сделать. Я это должен сделать. Да! Да, это по-любому сейчас случится. Смотрите, просто чекайте. И сейчас вам что-то уже буду играть. Я уже даже знаю, что я сейчас сыграю, потому что я это хоть как-то помню, хоть начало. Красава, просто молодец. Да, короче, сейчас беру гитару в руки, и я вам сейчас сыграю. Так, что же я сейчас сыграю? Я пошла их добивать. Хорошо, иди их добивай. Я вам сейчас сыграю начало из песни Нирваны. Нирвана — это такая очень классная группа. Настя даже ее знает, да? Да, минус один. Второй добил. Ага, понял. Хорошо, сейчас я его убью, и тогда вам что-то сыграю. Это очень классная группа. К сожалению, солист умер, группа распалась. Так, все, убиваю. Все, убил я последнего человека. И давайте я сейчас быстренько... Чё быстренько? Нормально, я сейчас сыграю как бы начало этой песни, потому что я не помню ее целую. Но если вы хотите, чтобы я именно эту песню сыграл вам целиком на видео, ну, именно в реальной жизни, то обязательно ставьте лайки, пишите это в комментариях, и я для вас это реально разберу. Но сейчас я вам просто сыграю начало из этой песни. Даже начало тут очень красивое. Я помню только первоначальные аккорды в этой песне, как бы. Вот, сейчас я вам их сыграю. Так. Слушаем, как бы. Блин, стыдно капец. Ну ладно, все-таки кровать сломал, нужно. Дальше там играется проигрыш, типа вот это. Два раза повторяется, а потом начинается очень красивое соло, но, к сожалению, я потерял... ноты к этой песне. Если бы у меня были ноты, то я бы в этом ролике даже это сыграл. Но я помню то, что она начинается примерно как-то вот так вот, типа. А, ну, дальше, типа, я реально не помню, к сожалению. Но песня очень красивая. Знал бы я ее целиком, то, конечно же, сыграл бы. Ну, типа, я ее последний раз играл где-то года 3 назад. Ну, серьезно, потому что это ж не классика. Я же в музыкальной школе всегда разбирал классику. Пошли желтых ломать. Нет, ты дефы, нас. Я пойду их сломаю. Если что, если мне нужна будет помощь, то я тебя позову. Вот, и... Короче, давайте возьмем вот тут ресурсы. То есть все, я все объяснил. Набираем лайки, пишем в комментариях то, что вы хотите такой ролик, и я обязательно для вас его запишу. Разберу реально песню, целую песню разберу, нормально сыграю на видео. Вот, и сейчас я бегу, получается, на базу серых, но кровати у них нет, ну это понятно. Сейчас возьму у них ресурсы, куплю себе, значит, броню. Вот, как раз, нормально, на броню хватает, на динамит даже хватило. Так, выкладываю ресурсы сюда. И что? А, кстати, серый еще жив, лол. Надо будет серых убить. А, вон, я вижу серых. Блин, а у меня же динамит. Ладно, если что, поставлю динамит, может, их взорвут. А я пошла ломать жёлт. Пожалуйста, нет! Нет, 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 я жив, пока что жив. Ой, ё-моё, они меня куда-то откинули, капец. Блин, что делать? Пока в нашей базе никто не бежит, так. Чувак, попытайся, давай, попытайся меня убить. Я ж сверху, у меня преимущество. Так, надо убить вот этого челика. Пожалуйста, да, ё-моё, у него осталось одно хп, ё-моё, у серого одно хп. Ладно, окей, хорошо. Так, сломал я одну кровать, что-то он уже сыграл. Что мне следующее играть? Нас, как ты думаешь, может, у него кузнечика сыграть, когда следующую кровать сломаю? Давай кузнечика. Кузнечика, хорошо, сыграю кузнечика, как бы. Вот, кузнечика я играл где-то в первом классе, просто, ну реально, полгода не играл, я ничего не помню, просто ничего. Но для вас, мои дорогие подписчики, конечно, что-то разберу, если вы этого, конечно, хотите. Поэтому, если вы это хотите, то просто мне это покажите. Вот, и я сейчас иду на центр, тут надо собрать сейчас изумрудики. Там желтый. Желтый не на центре, желтый идет на свою базу. Ну смотри, там есть дорожка на центр от них, так что, пожалуйста, попробуй их сломать, у тебя же там вроде динамит был. А, нет, меня же слили. О, ё-моё, это... Вот это сейф, вот это сейф. Обалдеть. У меня есть динамит, можем вернуться на базу, я тебе могу... Не-не-не, иди дефай, пожалуйста. Я сейчас их сам пойду сломаю. Просто дефай на всё.
Да в плане деф и чтоб к нам, если кто-то придет. Господи. У меня есть динамит, короче. Я иду сейчас. Кто к нам придет? К нам никто не идет. Все равно деф, я иду сейчас желтым. У нас нету друзей, к нам никто не может прийти в гости. У нас нет врагов, точнее. Так, все. У этого чела есть лук. Нет. Да, у желтого был лук. Да, я уже понял, я уже вижу. Но ничего страшного, сейчас я вот так вот ставлю динамит. Сломай их, пожалуйста. Так, он меня попытался скинуть. Сломай, блин, пожалуйста. Там не видно кровать. О, что? Нет, я не смог сломать. Что ты там жила? А, у нас динамит. Господи, как хорошо то, что у нас. Как хорошо то, тут что... Тут невидимка, слышишь, я его бью. Тут невидимка. Невидимка? Да, я знал то, что он тут стоит, потому что тут типа след от него был. Сейчас еще просто скажут, что у меня ВХ нет, там просто был от него след снизу. Я решил ударить и реально ударилась. Как хорошо, что у нас было стекло, я чуть в обморок не упала. На тебе динамит, на динамит. Давай динамит и застрой его стеклом. Сломай желтых, пожалуйста. Смотрите, если я в этой катке сломал мало кроватей, поэтому... Тут еще невидимка. Да-да-да, тут невидимка. Еще одна невидимка? Да-да-да, вот тут он бежал, я видел его следы. По следам, смотри, там следы просто показываются. Так. Стой на базе, дефай. Окей. Я не понимаю. Ты уверен, что он сейчас не на нашей базе, там где-то сидит? Может, на нашей, я не знаю. Не, вряд ли. Ну, я надеюсь. Нету. Хорошо. Ну, короче, если я в этой катке сыграю... Если я сыграю вам в этой катке мало на гитаре, то мы перейдем с Настей куда-то на дуэль, и там еще что-то помаленькую. Ну, мне нужно сломать хотя бы еще одну кровать, ну, ё-моё. Так, я пойдем желтых сломать. Где этот человек? Не, я пойду их сам сломать. Пожалуйста, дефы, потому что к нам этот серый ходит же. Одного серого мы убили. Вот, как раз, есть же сейчас один серый, который... Ну, который один... А мне нужно сейчас сломать желтый. И все. Ну сейчас я желтых сломаю и все. Фейл будет, если мы проиграем. Что? Фейл будет, если мы сейчас проиграем. Да не проиграем, я иду, короче, на центр. Кстати, мне кажется, про твой канал все знают, но все-таки быстренько расскажи про свой канал вообще. Что ты там снимаешь? Ну, я снимаю Майнкрафт. Еще Майнкрафт. А что еще? Майнкрафт, скажем. А, ну нормально. Буду Фортнайт снимать иногда. А, ну главное, Майнкрафт снимай, это самое. Еще главное. Я тоже, кстати, ребята, музыкой снималась. Красава. Ну, короче, в смысле, музыкой на чем-то играла? Ну, на фортепиано. Вау, прикольно, слушай. А что, сколько лет? 6 лет? С 5 лет, да. Уже год не занимаюсь. С 5 лет. Я, кстати, взломал желтых. Ты, главное, там дефни, пожалуйста, нормально. Да, я тут жду, если что. Ну, а я сейчас сыграю какого-то кузнечика, я не знаю. И кузнечик это как бы коротко и неинтересно, поэтому я сейчас помимо кузнечика еще же давай сыграю. Что там? О, господи, как хорошо то, что у нас было стекло! Почему его... Так, беру гитару и играю кузнечика. Так, только не перебивай меня, пожалуйста, все-таки. Ой, ё-моё, гитару долбанул. Короче, как ты... Нет! Я понял, хорошо, ладно. Ты, главное, там не... А, понятно, хорошо, сейчас быстренько играю кузнечика, это как бы на удачу. Фух, так, что там, как там играть? Я не помню, я это в первом классе играл. Я скажу, если что-то будет. Пипец. Ой, я не помню. Капец, я уже не помню, ну короче... Я помню, как я это играл в первом классе, у меня такие флешбеки сейчас просто, реально. Я помню, как я это в первом классе играл, когда это разбирал. Серый и желтый на нашей базе, они там вдвоём. А потом, вот в последнем классе моем, когда, ну, когда я ещё не бросил музыкалку, я помню, как я играл такие сложные произведения, типа, как-то там такое начало, типа... Ой, дальше не помню. Ну, короче, там, типа, реально, они очень красивые, но я не играл. Я играл от Лили Лизы, Бетховен. Я уже полгода типа не играл. Так, я вижу то, что там кто-то бежит. Конечно же, гитару я еще в руки возьму в этом ролике, что-то еще сыграю. Аккуратно. Ну что, серый, хочешь со мной поговорить? А, нет. Все, извините, мы серого. Отлично, что я еще помню по поводу гитары? Опять же, много произведений не помню. Вообще никаких не помню, потому что давно не играл. Оно забывается быстро. Я помню, еще есть такая красивая штука, как флажолет. Я не знаю, как это объяснить, но если вы, конечно же, наберете 1004 или 1005 лайков и напишите в комментариях то, что хотите, чтобы я записала вам ролик, где я в реальной жизни как бы играю на гитаре, то я вам объясню и покажу, что такое флажолет. Это очень красивая штука. Это когда я не полностью зажимаю пальцем на ладу струну, а я, типа, немного дотрагиваюсь.
И вот такой звук получается красивый очень. Ну, она реально, она очень красивая. А, он здесь, он здесь, вижу, он здесь. Ну что? Ну что, побазарим? Давай. Ладно, короче, честно, я этот ролик записываю, вот серьезно, полтора часа, наверное, уже. Мы уже просто не можем, сорян, типа, я считаю то, что без разницы, победили или нет, это был последний чел. У нас уже просто нет сил, уже 10:30. Уже даже больше, уже почти 10, мне нужно монтировать ролик. Поэтому я думаю, то, что ролик получился интересный. Самое главное, то, что я вам рассказал про музыкалку, то, что я хотел рассказать. Поиграл немного на гитаре, хоть что-то вспомнил, хоть в руки взял гитару. Вот, хоть какая-то мотивация. Правда, мне это уже не сильно нужно. Но если вы набираете 1004-1005 лайков, конечно, пишите в комментариях то, что хотите увидеть такой ролик, то я для вас разберу целую песню и сыграю вам ее прям на видео из реальной жизни, на камеру. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Всем пока. Оставляйте свои комментарии и всем пока-пока.